поехали. Прикиньте, приезжая из Польши, чтобы все дома прикрутить подушку до стола. Это вообще, блин, какая-то это самое. Из области фантастики. Ой, блин. Еще и сверла нету того, что нужно. Короче, сверлю, чем он попал. Для него не жалко. Да, сейчас посмотрим. Рома, Рома. Да, где наша дырочка? Вот. Что-то ни хрена не проходит. Сверлите. Подбурим. Великий гири Шура. Лично это генеральный секретарь. А ты что, на каких-то налистниках тренировался, даже я их уже не вижу. Вот они. Да выкини ты их. Им даже по жопе не дашь, потому что оно никакое, понимаешь? Ну что сделать? Я старалась. Сейчас мы прикрутим. Дыра тут замочил. Не должно получиться. Да. Исторический момент. Да, да, правильные да. Подушки настоящего спортсмена. Да. Какие они должны быть на соревнованиях. Так, теперь еще один комплект. Давай. Да не подушку. Ой. Упала. Ну вот, сейчас и произведем тренировку. Не отходя от кассы. Микротест. Да, как раз. Обкатка подушек. И не только. Притерка. Притерка, да. Я думаю, пока одной достаточно подушечки подставить. Не, или а вы не говорю, еще пободаться хотите? На самом деле, подушки – это очень важная вещь, скажем просто. Почему? Потому что приходят на соревнования ребята и говорят… И они не могут бороться. Я не могу бороться, потому что не знаю, почему я проигрываю. Все правильно. Чувствительности вот этой нет. Ты привыкаешь к старой, ну, которая у тебя… Чем ближе к реальности, тем лучше. Вот это я присадил. Рома активно участвует. Я морально поддерживаю президента профлиги. Или секретаря. Ты сейчас будешь еще тут давать нам жару. За этот ролик мы попросим евриков 20. На YouTube в платном режиме. Готово. Ну давай, Рома, попробуй. Ну, так. Сейчас. Давайте немножко прогулите. Так. Вот. Ты там посмотри, сколько там плиток стоит. Плиток шоколада, чтобы там не было много. Мы хотели Дениске предложить. Поменьше надо поставить, а то... Да, если там... Аккуратней там не хватает, есть? Да ты отцепи эту ручку. Все. Оторвите его от тренажера. Ну все, теперь. Только каждый день тренировался по 2 часа. Ну а теперь... И теперь я думаю, что и по ночам ближе подойдите, захватит. Пожалуйста, оператор. Вот здесь палец, вот этим штырьком. Угу. Вот так, таким образом. Так, сейчас. Вот сюда вот? Палец прям в отверстие. Не. У тебя вот так должно быть по 90 градусам вот это. Вот. Да. Вот так вот, да? Вот, да.
И не заворачивай много, чуть-чуть, только чуть-чуть. Пальцы сами. И вот, вот с крайнего вот сюда, угу. Вот сюда. Только пальцы. Вот. Только забирай пальцы. Видно, что много, наверное, тут печей. 4 плиточки. Да. Чуешь? Совсем по-другому. Внутренние сгибатели да. Пальцев просто разрывают. Да. Я прям чувствую нагрузку. На другую руку попробую. Дай тебе. 4 сразу. Что-то я тебе влупил сходу. То есть практически движение, которое нужно во время крюка. Да. На другую руку. Так. Сейчас. Так. Разворачиваешь. Ага. Нет. Так. Во-во-во. Да. Так, вот поднастый. Кисть не надо заворачивать. Ну, ничего, ничего нужно. Угу. Я потом. Чуется? Да, совсем другая нагрузка. Да, еще раз я тебе покажу сейчас свои перспективы. Если бы вот это, можно было бы пересунете тросик. По, как, поменьше надо взять или повыше? Пониже. А, пониже, блок. Сейчас. Блок сам чуть-чуть опустить надо. Вот. Аккуратно. Это не твоя конструкция, Игорь. Так что да. Держи, держи. Держу. Вот, и теперь вот отсюда вот. Угу. Это мало. И он что, трос увеличивается, да? Ну, он...